Я заболел, я не пойду в школу. А как тебе такая идея? Ого, вот это тема, Лего Бейблэйд. Тимофей, что случилось? Я заболел, в школу не пойду. Так, сейчас я померяю температуру. Ну что я хочу сказать, температуры у тебя нету. Нет, я самый больной в мире человек. Тима, это обычная простуда. Сейчас капельки в нос, чаек с малины и хорошее настроение. И все, и завтра в школу пойдешь. Маш, там Тима типа заболел. Надо ему поднять настроение. Поможешь? Помогу. Отлично. Тим, давай поиграем в лол. Маша, у меня уже твоих лол скоро температура поднимется и аллергия начнется. Тогда я сейчас что-то новое придумаю. Маша, смотри, какая шикарная вещь. Они тем более все разные. Ты какие себе выбрала? У нас есть синий, фиолетовый, оранжевый и зеленый. Я выбираю фиолетовый и зеленый. Маша, смотри, у них у каждого своя энергия. Например, у синего энергия воды, а у оранжевого энергия быстрой змеи. Открываем наши коробочки и... Он не оранжевый, он красный. На спрайзина похож. Вот сейчас соберем и посмотрим. Сначала ставим вот эти блоки на платформу. Теперь накрываем второй платформой. Все. Собираем дальше. Смотрите, силовой диск с наконечником уже готов.
Теперь крепим боковушки. И одеваем энергетический диск. Все, Бейблейд готов. Теперь я собираю только с энергией пламя. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Team Vintage. И Маша.